Всем привет! Сегодня у нас на обзоре умные часы Huawei GT2 Pro. Я эти часы брала в магазине Play.ru. Тут даже такая вот наклеечка, на которой написано «Я из Play.ru». Это так мило. Кстати, чем мне нравится магазин Play.ru, то что когда вы выходите из метро Автозаводской, интернет-магазин не нужно искать по Яндекс.Картам или Google-картам. Там есть стрелочки, то есть вы прям идете по стрелочке и находите магазин. То есть даже если вы не знаете, где он находится, там все предельно понятно. Это на самом деле очень круто. Значит, сейчас мы распакуем эти часы, покажу комплектацию, как они работают с телефоном, ну или как сейчас принято называть, со смартфоном, как они выглядят, ну и вообще в целом. Коробочка очень красиво упакована, прям приятная на ощупь. Раньше айфоны так упаковывали красиво, теперь вот Huawei тоже так стали. Уже коробку очень приятно держать в руках, не говоря уже о ее распаковке. Распаковываем наши часики. Вот они у нас, часы. Как вот они красиво упакованы. Такой даже золотой рамочкой. Смотрим дальше. Открываем. Здесь, видите, такой кармашек. Здесь у нас располагаются зарядка. Кабель зарядный. Все хорошо так упаковано. Type-C у нас зарядный кабель. Так, сейчас его подсоединим. Вот так вот. Так, также у нас имеется тут инструкция, которая не вытаскивается. Конечно же, сами часы. Вот у нас какие они красивые. Классно так они упакованы. Очень круто прям вот сделано, на самом деле очень круто. Ну вот на ощупь я вам скажу, что мне уже нравится. На ощупь мне нравится. То есть они такие тяжеленькие, ну не слишком тяжелые, но вот прям как надо. То есть чувствуется вес часов, чувствуется их добротность. Сейчас покажу. Вот смотрите, сзади стеклянная поверхность, как у Apple Watch. Это на самом деле очень круто. Это очень круто смотрится и приятно на... Тактильно очень приятно. Такой вот тут ремешок. Кстати, вот ремешок, на удивление, приятный тоже на ощупь. Обычно в комплекте то, что они поставляют, ремешки идут не очень. А тут прям ремешок, ну, очень крутой. Прям как будто он какой-то вот бархатный, что ли, по ощущениям. Такая вот штучка у нас тут. Она прям так снимается очень легко. И... конечно же, показываем дисплей. Вот такая у нас красота. Это просто бомба. Очень круто. Вот смотрите, у меня Mi Band 4. Вот так они выглядят. Huawei по сравнению с Mi Band. Ну, с Mi Band вообще не сравнить. То есть это прям... даже на моей женской руке очень классно смотрится. Так, посмотрим по функционалу. По техническим характеристикам
Я отпишусь в описании видео. Так скажу мои ощущения, как они работают. Сейчас подключим их к телефону. Включаем. Вот, смотрите. Можно выбрать язык. Так, где у нас русский? Вот русский. Сейчас мы загрузим на телефон эту программу. Загрузила я приложение. Вот такое вот оно. Здесь мы выбираем устройство. Добавить. Умные часы. Ищем их. Вот они у нас, GT2. Выбираем их. И вот он находит. Так. Вот он нашел. Вот, видно? Окей. Далее. Так, где они у нас? Вот они у нас появились. Так, я нажала, соответственно, на экране часов появился вот такой вот знак. Мы нажимаем галочку. Идет соединение. Я загрузила обновление, и теперь они обновляются. Вот, смотрите. Включились. Такой вот красивый циферблат, на котором показано сверху, сколько шагов пройдено, сколько зарядки осталось, какой сегодня день недели и какое число сбоку. Далее свайп вниз, вот функции, можно перейти в настройки. В настройках у нас включить можно наушники по Bluetooth, чтобы слушать музыку. Настройки экрана. Звуки, вибрация. Режим «Не беспокоить». Функцию нижней кнопки. Настройка тренировки. Система. Ну, система тут вот, перезагрузить, выключить, отключить. Назад. Свайп в бок. Показывает, какой пульс у вас. Стресс. Вот, очень красиво, кстати, показывает погоду. Прям пишет «Молодая луна». Дальше часы. Здесь у нас, опять же, показано, сколько шагов, какая активность. И управление музыкой. В этих часах встроен микрофон. Поэтому можно слушать музыку даже без наушников. Вот, смотрите. Приходит уведомление, кстати. По поводу тренировок, мы сюда нажимаем тренировки. Очень много разных тренировок. Вот тут бег, разный совершенно бег. Бег на улице, беговая дорожка, ходьба на улице, ходьба. Чего только нет. Бассейн. На любой вкус, можно даже самим настроить. Ну, я думаю, что в повседневной жизни это не так важно. Пульс.
измерение кислорода, сон, стресс, что только нету, вызовы, кто звонил, можно проверить, вот даже сообщения у нас, вот сообщения переходим, вот так это у нас, значит, показано все, вот, секундомер, таймер, будильник можно поставить. У нас тут нет будильников. Фонарик, настройки. Настройки тут. Вот вибрации, звуки. Ну, в общем-то, и все. Так, для чего в основном люди покупают умные часы? Чтобы они отображали уведомления, звонки. Конечно же, посмотреть время, погоду. Тоже очень неплохая функция, очень удобно, прежде чем выйти на улицу. Кто-то ходит в зал, либо на пробежку на улице, чтобы измеряло расстояние, скорость бега, где бегали по карте, можно посмотреть. Это все в приложении здоровья от Huawei, который на телефоне вы скачиваете, там можно посмотреть информацию о пробежке. Также давайте сравним вот эти часы с часами Huawei Watch Fit. Тут ремешок, конечно, более дешевый, это видно. Тут, вот видите, это металлическая. Здесь она пластиковая. Ремешок на ощупь не настолько приятный, как у GT. Вот, смотрите, смотрится, конечно, эти намного круче, видите, чем эти. Хотя у этих тоже экран красивый достаточно, но... Это более крутой экран. И опять же, сравниваем с Mi Band. Ну, с Mi Band тут, конечно, вообще небо и земля. По внешнему виду. Вот, смотрите. Как-то так. Сами видите, что GT выглядит намного круче на руке. Итак, подведем итоги. Кому же подойдут эти часы? Если у вас iPhone, лучше взять Apple Watch, потому что у них своя экосистема, и там все работает намного лучше. При соединении с iPhone на них нельзя управлять музыкой. Также, чтобы посмотреть уведомления, нужно повернуть запястье наверх, либо нажать кнопочку. Поэтому, если у вас Android, либо телефон от Huawei, можно смело их брать, потому что они крутые, реально крутые. Вот по дизайну, они увесистые на руке, очень приятно смотрятся. Ну, мне очень нравится, на самом деле. Я думаю, что они подойдут под любой стиль, как мужчине, так и женщине. Ссылочку на магазин я оставлю в описании. Можете перейти сюда по ссылке и посмотреть основные характеристики. Надеюсь, мой обзор был интересный. Всем спасибо, всем пока!